то есть пользуемся только запасным опционом выхода. Цели задачи данной тренировки по эвакуации достигнуты. По итогам мы собрались, как бы провели краткий инструктаж по правилам пользования первичных средств пожаротушения, по порядку организации эвакуации людей. Сроки проведения тренировки установлены руководителем объекта, то есть не реже, чем один раз в полгода. В целом все объекты такого класса категории, они оборудованы необходимыми системами противопожарной защиты. То есть в данном случае это система сигнализации, которая будет обнаруживать в случае необходимости пожара, и система оповещения, которая подает сигнал непосредственно о происшествии. Значит, система находится, система работоспособна в состоянии. Значит, помимо этого, еще должны быть режимные вопросы, связанные, предположим, с планом эвакуации людей. То есть, ну, понятно, что дети и воспитанники, и профессорско-преподавательский состав как бы прекрасно ориентируются в своих помещениях. А вот для гостей, когда проводятся основные моменты, как раз план эвакуации – это основной источник. В Доме культуры проходит тренировочный инструктаж раз в полгода. И все сотрудники хорошо знают при случившейся чрезвычайных ситуациях, где, куда можно бежать. Площадка определена, где все собираются. Наталья Владимировна, помещения Дома культуры проверены. Сотрудников в помещениях не обнаружено, все эвакуированы.